troublemaker. Holy moly. Have you seen one of those things before? Это мы в вулкане. Здесь надо покопать, по ходу дела. Здесь сразу во второй зоне это краб. Вообще не краб, а Эвловидон. Ну, пойдем. Надеюсь, он будет активно перемещаться, потому что здесь мне надо много руды отсюда вынести. Хотя у меня сумки забиты все. Поэтому, наверное, собирательские квесты надо отдельно потом будет фигануть. Ей жуки нужны красные особые. Которые не дропают никогда. Да. И, соответственно, руда драгонитовая. Бам. Блин, кирки так не сделал. Ну вот. Ни одной драгонитинки не упало. Бам! Добро пожаловать. Эвловидон. Мы-то его встречали уже вчера, но квест не на него был. То есть он рандомным энкаунтером был. Я здесь прям с представлением, что это первый квест на него. Он классный вообще, это мой самый лучший друган. Эвловидон. Он катается во все стороны и ничего не делает. О, блин. Раскатывает, правда, иногда. Упал! Ты че, Вась? Это он, конечно, зря. Подмышку тебе, на. А, щет. Он сразу быканул. Ха, успел щит поставить. А, ну давай, иди сюда. О, щет. Переехал. И он там идет и месит. О, щет. Как-то мы его быстро уронили прям в самом начале, и он в рейдж сразу вошел с этого. Ой, его опять уронили. Показалось, блин. Надо было вот этот удар контрить, он сильный, наверное. Блин, шутки шутками, а уже пол хп. О, нормально. Чисто 100% дамага блочит? Да, но это потому, что у меня армор, который я натрайхардил, я крабов фармил всю ночь. И сделал армор, который дает мне достаточно скиллов для того, чтобы щит поглощал весь урон. И не нокбэчил. То есть стоковый щит, он, ты получаешь, ну, там какую-то часть урона, и тебя нокбэчит и много стамина отъедает. И тебе надо скиллами добивать это. Грейдить, короче. Блин, а он что-то более живчик, чем тот, которого мы в пустыне били. Тот-то вообще как-то ничего не делал. Назад там поехал. Куда? Ах ты козел. Он катается там. Ой, я его ударил, он через меня перепрыгнул. И нормально вышел. Упал. Ну все, ты огребаешь. Бам! Это очень жесткий удар. Ха, не попал. Блин. Я так и знал. Вот мне вот этот удар хотелось поглотить, а он телеграф вроде сделал такой же, а сам пердит. А в меня не попал. У меня затупилось оружие. Длинный язык показывает свой.
Блин, я половину дорог промазываю. Ёп. Он там со слюнками, а я бью не туда. Короче, перемещаемся. О, он теперь неторопливо ездон. Но я чувствую, что мы наваляли им прям нормально, очень, очень активно по нему работаем. Вообще. Сломал ему рожу. Я, смотрите, обломал ему прям этот панцирь сверху сломал. И он упал. Блин, шайни хочу, я одновременно хочу... Куда он? Блин. Фак. Копье баунсит сначала. Ну это в задницу-то бить, конечно. Ничего себе, вот это мы его развалили, блин. Все-таки я очень много урона наношу по сравнению с лонгсвордом, которым я вчера играл. Рекрак. Вот мне много рекраков этих надо. Вроде бы. А, не, вроде я из него сделал все, что хотел. Муравьи. Может, я убью, так что труп останется. Yeah, right. Бам. Армор, сферка. Блин. За уголь ПТС-ки дадут. То есть, в принципе, можно выкинуть червячка и взять уголь. Копаем уголь, друзья. Шахтерство. Помните, как водит? Короче, вот, смотрите, у меня... Где мой эквипмент? У меня все куски из краба, короче, я делал прям полный сет из краба. И помимо этого, у меня в плане гемов 5 гемов, которые тоже на скилл, который дает гвард. И если посмотреть табличку, здесь табличка по скиллам. Есть скиллы, работают так, что 10 поинтов в скилле дают плюс 1, а 15 плюс 2. И вот гард плюс 1 он по дефолту был на сете крабовом. И тогда щит начинал поглощать весь урон, но в то же время... Нокбэк был довольно большой, и стамина сильно поедалась. И поэтому мне надо было в 5 сокетов всунуть 5 гемов, которые дают еще несколько поинтов в гарде, и тогда стало 15 поинтов, и второй скилл активировал, второй уровень скилла. Но теперь у меня за эту конститюшн минус 1, это значит, что у меня стамина прям нормально так тратится на все действия, то есть на блок и так далее. Нет, вот как раз вот эти вот гемы, они отрицательно имеют значение конститюшн. И поэтому я все время, когда перед квестом поедаю у котов на Black Belt скилл, который контрит вот этот вот негативный эффект. То есть он обратно возвращает то, что было не так. Так, мне надо квас выпить. Надо драгонит нафармить. Вот он. Вот же он. Блин, мне много его надо. Выкину армор сверки. Их все равно купить можно у котов. Еще драгонит. Блин, они теряли вот эти сверки. Ну давай, я не знаю, там выкину что-нибудь это. Минивет стоун выкину. Драгониты, блин, желательно прям несколько стаков бы накопать. Вот это было бы классно. Но выкопается он довольно редко. Синий нода он. И синий нода можно выкопать ржавое оружие старое, релики. И потом их апгрейдишь, и из них получаются классные какие-то виды оружия. Либо не классные. Чармик. О, и талисманы. Здесь, кстати, сделали так, что в 4-й Monster Hunter 4 надо было талисманы... Можно было там варить, крафтить и так далее. А здесь исключительно копать. Вот это, мне кажется, прикольная тема. Firestone. Нужен мне Firestone? Наверное, нужен. Что я выкину? Я выкину фиговые аптечки. И еще драгонит. Краб уполз аж в 8-ю зону. Точнее, не краб, а Лейдон. Я шахтер.
Кирки все сломались, короче, провал. Шахтерство было ограничено. Ну ничего, сейчас пойдем наваляем. Он там бит уже весь. Он спать, похоже, пошел. Он, похоже, спит в восьмой зоне. Я им сейчас бомбы на лицо буду ставить. По-английски можешь писать, да. Английский-то, если нас не понимает кто-то, то я просто кикаю и все. Зачем нам дураки на канале? Последний кирка. Conspire Jewel. Это не надо. А! Блин, наблевали, отравили. Господи, помогись. Так, надо от яда избавиться сначала. Антидотик. Тем обычно хилочку. Волвидон проснулся и приперся, блин. Фак! Проклятый клобок. Ну все, нагребает. Так я. Бам! Он сразу инрейджнулся, похоже. Я уронил его сразу. Он сейчас умрет так скоро. Если я буду попадать по нему. Ну нет. Ха, изи дош. На! А он лизнул там кого-то. Он котов лижет. Блин, как же он отгребает от копья-то? Я прям не могу. Я, в принципе, и пустыну не ощущал, но это мы вообще прям очень быстро фигачим. А мультиплеер мы его делали, он нас прям напрягал. Он катался туда-сюда и... Вообще. А это он даже в рейдже, что он уходит, там что делает. Все, захромал. Он спать опять пошел. Ну и ладно, вышел. Повыпендривался, нагребал и отлетел. Так и надо. И вот сейчас он уснет, и я бомбу ему на лесу поставлю. Пусть он там засыпает пока. Я пойду копну еще. Пока кирка не сломалась последняя. Вот из этой ноды добывается оружие, как я понял. Расшард, вот, это оно есть. И вот ее обязательно надо брать, потому что это потом в конце идентифицируется как кусок оружия кого-то. Уйдите, блин, дураки красные. Ненавижу их. Все, сломалась кирка, короче, провал. Пойдем ставить бомбу на лицо Волвидону. Так. Вот он здесь спит такой. Блин, там коты очень сразу будет, правда, скорее всего. Оп. Оп. Ба. Острота. Чет. Бам! Легчайше. Друзья. Как же мы делаем? Рекрак. Отрезал ему. Еще один. Здорово, прикольный монстр. Он очень по дизайну классный, он прям видно, что ему нравится жить. Катается там, где... Блин, мне не влезет же. Секрет стэш. God damn it. Просто можно копнуть. А, нельзя копнуть, кирки-то нет. Фак. Обидно. Есть три ноды, они, кстати, постоянно здесь респавнятся, эти ноды, то есть здесь можно залезть. И... Раз три ноды точно респавнится довольно быстро. И так понимаю, потому что тематически это жерло вулкана, ты вышла и здесь постоянно выбрасываются минералы. Так, монстр флюид. Это вот не надо, кстати, монстр флюида куда-то было.
Ну вот, я думал, коты хотя бы накопают драгонит. Но нет. Ой, я нашел Twin Daggers. Нашел два талисмана, но они слабо нужны. Я, наверное, продам это все. То есть Sell Items 1200. Потому что Twin Daggers я уже выкапывал. Были бы двойные.